собрали жеребца нашего. Я не знаю, или мы такие доверчивые. Ситуация такая интересная получилась. Договорились в соседней деревне с мужчиной, что жеребца отдаем ему осенью, к Новому году он нам деньги дает. Новый год настал, денег нет. Потом уже после Нового года Саша поехал деньги забирать, он на десятку меньше дает. Больше, говорит, не буду давать. Ну, нас это не устраивало, потому что мы и так недорого договорились, не на большую сумму. Он полукровый тяжеловоз, красивенький. Сейчас еще похудел он. Забрали недавно. И забрать, ситуация какая была. То есть он знал, что забрать-то мы его не можем, потому что дорога там короткая, только летом. Ну, или вот когда снег сходит. И мы вот смогли забрать его только сейчас. То есть надеялся, наверное, на то, что мы согласимся, да ладно. Ну, мы решили лучше забрать жеребца, чем за такую сумму его продавать. Не знаю, мне кажется, уговор дороже денег. Мы который раз уже судим по себе, что мы бы так не делали. А люди всегда честно поступают. Либо надо как-то документально это оформлять, либо как. Ну вот уже не первый раз так попадаем. Очень как-то разочаровываемся мы в людях. Ну, есть, конечно, очень нам и помогают многие. Ну, вот есть и такие. Так что жеребца мы забрали. Саша. Султан. Летом он прям вообще такой жирненький был. Сейчас худну маленько. Поправится, сейчас трава пойдет. Он бедный, его Саша его пригнал. Коровы спокойно стоят, все кобылы. А он стоит, жует это сено полным ртом. Будем теперь думать, что делать. Мы на эти деньги, получается, рассчитывали. Теперь не знаю. А? Ну, получается, взяли тоже у подруги долг с расчетом, что к нам к Новому году отдадут за коня. Нам не отдали, хорошо еще у подруги есть возможность подождать. Будем теперь что-то думать с султанчиком. Да, можно, можно. Не нравится тебе? А у нас кнопка султана полюбила, девочка. Ходит его, облизывает. Он лежит, она рядом с ним. Били почему? Тебя обижали.